Всем привет, друзья и товарищи, с вами Рин. Булки, кефир и рок-н-ролл все еще не закончились. Скоро мы с вами запишем 40-ю серию, но даже тогда, я уверена, этот мод не закончится. Ну, потому что он, в принципе, себя оправдывает. Бесконечное лето, бесконечный совенок, бесконечные булки, бесконечно тупой Семен. Хотя, может быть, в этом моде он и не настолько тупой, он скорее слишком шутливый, в общем-то. Ну, а сегодня у нас с вами 37-я по счету серия. Знаковое число, когда-то я его почему-то слишком часто видела, везде. Видела на стенах домов, ну, типа, проходила мимо 37-х домов по счету. Видела где-то еще. До этого какое-то время это число видела моя подруга. Я вообще не знаю, почему и в чем проявляется мистицизм этого числа 37, но про него у Высоцкого даже песня есть. Что-то там при цифре 37 в момент слетает хмель, кажется. Я не знаю, что такого особенного в этой цифре, в этом числе, но вот как бы тем не менее. Ладно, мы, значит, продолжаем после очень веселых, в кавычках, событий. На самом деле серия получилась мерзкая. Точнее, не вся серия, а вот конкретно тот эпизод, где Шурик напился. И как бы сказать, хорошо, что тут была некоторая такая отсылочка на канон, и Шурика показали немножко буйным. Но, с другой стороны, может быть, было слегка излишне так на этом акцентировать внимание. Вот как бы зачем? Там вообще вся ситуация странная. Вот я еще очень много думала про поведение Ульяны, когда Виола уезжала. Не знаю. Она, конечно, девочка, ну, чувствующая, сочувствующая. Она любит, конечно, пошутить, подколоть, но она все это делает не со зла. У нее просто натура вот такая. Так как дома у нее семья военных, и там ее, скорее всего, держат в ежовых рукавицах, то здесь, в лагере, она себе позволяет вот такую вот свободу, которая иногда выходит за рамки приличия. Ну, просто потому, что ребенку надо куда-то девать свою энергию, в конце-то концов. Вот. Но я пытаюсь вот себя поставить на ее место. Что бы я делала, если бы мне вот нравился мальчик, вот, если бы, будь я в таком же возрасте, как Ульяна, но ему бы нравилась какая-то тетенька постарше, которая ко мне, в принципе, хорошо относится, вот там, не знаю, заботливо, чуть ли не по-матерински. Что бы я в такой ситуации делала? То есть, наверное, да, я бы испытывала симпатию к этой тетеньке, но если бы она куда-то уезжала, я бы все-таки радовалась, наверное. Понятно, что Ульянка, она тут как-то попыталась ко всем, и к Виоле проявить сочувствие, и к Шурику, который ей не безразличен. Но все же я бы, наверное, на ее месте больше ревновала. А она кажется какой-то слишком спокойной. Но это мое мнение. Я не знаю, как вы считаете. Вот, такие вот дела. Ну что ж, давайте будем все-таки продолжать, потому что концерт на носу. А мы почему-то толком к нему и не готовимся. Девчонки встретили нас на веранде клуба. Подготовка к концерту шла полным ходом. Проявлялась она в поедании маленьких бубликов сушек. Может, сил набираются? Знаете, я почему-то сейчас подумала, что, может быть, весь этот концерт – это одна сплошная ложь. И на самом деле ничего такого не будет, потому что слишком халатно как-то относятся члены мускружка к своей задаче. Мику бросила недоеденную сушку ожидавшим в сторонке воробьям, которые тут же принялись ее расклевывать, и поспешила навстречу нам. Алиса ограничилась лишь взмахом руки. Вялым взмахом руки. «А вот и наша тягловая сила пришла. Давайте сюда аппарат». «Сень, все нормально? Как вы?» «Ну, более-менее. Разрушения есть, жертв нет. Почти». «Сенька наш – герой! Бросился с голыми руками против Шурика с железным ломом и вышел победителем. Спас наш пульт от преждевременной кончины». «Да, только пульт-то никто не починил». Девочки поохали, пока Ульяна рассказывала им наши приключения. «Раз ты у нас такой силач, тогда бери большие колонки и тащи на веранду». «А Клаус? Играть-то будет, мог бы и помочь». «Нет, он гость, а гостя нельзя заставлять работать. Но можно же попросить его помочь, почему нет?» «Можно». «Ой, ну все, давай, шевелимся бодрее. Через полчаса зрители соберутся. То есть вы все-таки решили прорепетировать? Ну, молодцы». «О, смотрите, Ленка нарисовала совенка. Хи-хи, какая милота. Реально, по-моему,
очень подходит. Работа закипела. Мы вытащили на веранду ударную установку, окружили ее микрофонами, я вынес колонки и установил их в указанных местах. А где микрофоны-то хваленые? Ударка на рисунке без них стоит. Мику с Алисой поколдовали над пультом и кабелями, иногда обмениваясь инопланетными словечками, вроде «подзвучка» и «общий эквалайзер», иногда вплетая более понятное «хлам» и «фигня». «Семен, ты же человек из будущего, неужели ты не знаешь, что такое эквалайзер? Как можно?» Мое же участие свелось к «принеси, подай, уйди, не мешай». Странно как-то. Уж могли бы заставить его поработать. Не особо огорчаясь своей необразованностью, я отошел в сторонку и присел, разглядывая рисунок на барабане. Лена постаралась, и совенок вышел красивым, ярким и сочным. Сказать про совенка сочный как-то странно, вы не находите? Ульяна поморщилась, но согласилась, что нарисовано неплохо. Кажется, название ей все равно не нравилось. Мику взяла микрофон, подстроила что-то на пульте и нараспев произнесла. «Раз, два, три, аппаратура, не сгори!» Ее голос, усиленный колонками, разнесся по аллее. Я, кстати, замечаю, что чем ближе вот к концу мода, тем больше появляется каких-то опечаточек. Вот запятые, например, пропадают или еще что-нибудь. Не накаркай. Чинить некому, если что. Кажется, готово. Работает. Алиса скептически хмыкнула. Посмотрим, посмотрим. Такое старье не на всякой помойке найдешь. Но если что-то откажет, то лучше сейчас, чем завтра. Алиса, это пионерский лагерь. Ты не забыла? Радуйся, что есть хотя бы такое. Если бы не шефы, то играли бы на акустике у костра. Кстати, вы же обещали устроить костерок с игрой на гитаре. Будет это еще или нет? А тут столько всего. Усилители, микшер, колонки хорошие. Не во всякой музыкальной школе столько найдется. Да все я понимаю. Рыжая брезгливо потрогала ногой корпус колонки. Но рухлядь же! Паяная, перепаяная, и неизвестно, когда сломается. А ты ногой не бей, она не сломается. Наверное. И ты туда же. Лисичка, не нервничай. Не называй меня так. При Семене тем более. А что, мне нравится. Лисичка. Красиво. Он сам же ее лисенком называл. Алиса топнула ногой и резко провела по струнам, издав немелодичный ляск. Тихо вы все. Ну, готовы? Угу. Всегда готовы. Ну, вроде того. Только мне никто не сказал, что играть-то будем. 10 минут осталось. Хм, пора бы уже. Не волнуйся. Играем «Уходит детство», потом мы с Клаусом исполняем по одной мелодии без слов, твой бас там не нужен, а закончим «Ветром перемен». Ты обе мелодии 100 раз отыграл, не меньше. Детские песни. Давайте еще «Бременских музыкантов» сыграем. У Сеньки хорошо получится вот эта ослиная «Е-е-е-е-е». Алиса, мы же перед пионерами выступаем. Они твоих Пинк Флойдов и прочих хэви-метал не поймут. Ну... А почему не поймут-то сразу? А вдруг поймут? Кстати, я только сейчас заметила, что на веранде тоже кто-то написал. Семен, ну, видимо, плюс Мику или Мику. Тут что-то непонятное между именами. Это не хэви-метал. Микусь, а может, пирата жахнем? Кстати, а пират так и не вернулся. Надо потом пойти поискать. Блин, точно, у нас же еще и кот пропал. Алиса, если жахнем его сейчас, то на концерте уже не разрешат. И весь план на смарку. Можно подумать, что его завтра разрешат. Завтра у них не будет выбора. Я уже на щитовой замок подменила. Разве что провода оторвут. Кажется, девчонки собираются слегка отклониться от программы концерта. Интересно, что из этого выйдет? Я бы советовала вам не рисковать. Но... Кто ж моего совета послушает? Женя? Женя с кем-то сидит. Почему ты сидишь там не с электроником, а? Это что еще за левый такой пионер? Хотя, кстати, он мог бы быть похожим на Толика, если бы не очки. Потому что Толика все-таки без очков рисовали. Ну и Толик, как я понимаю, он все, с концами. Исчез. Мы успели рассесться по местам, когда на аллейке показались зрители. Или слушатели. В общем, те, чьи нежные барабанные перепонки нам сейчас предстояло проверить на прочность. Разумеется, я не ждал полного стадиона, но все-таки надеялся, что народу будет чуть побольше. Наш отряд почти в полном составе. Антон Иванович с Труком и Клаусом. Да человек 10 мелких пионеров. Почти все мальчики. Видимо, обожатели Алисы и друзья Ульяны. Рядом с Леной шел еще один паренек. Наверное, тот самый ухажер из младшего отряда. Стало немного грустно, когда я не увидел Шурика.
Вот ведь как бывает. Утром планируешь пойти на концерт с любимой, а после обеда лежишь в домике и выворачиваешься наизнанку в тазик. Как мало иногда значат наши планы. С другой стороны, если не справлюсь, то свидетелей провала будет не очень много. Тоже хорошо. Дома, играя на гитаре перед зеркалом, я, конечно, представлял себе, как выступаю перед огромным залом. Но никогда не думал, что так неуютно, когда на тебя с ожиданием смотрит много народу. О, да, мне это чувство знакомо. Как бы выступать классно, но вот этот вот драйв и адреналин приходит уже во время самой игры. А перед ней обычно мандраж берет. Меня. К счастью, мое место оказалось в тени веранды, так что основное внимание досталось девчонкам. В принципе, на басистов и так немного внимания обращают. Мику вышла вперед и помахала рукой собравшимся. Несмотря на волнение, я залюбовался ей. На сцене она словно преобразилась. Ни добродушная учительница музыки, ни смешливая пионерка, и уж точно не робеющая и краснеющая смущенная девушка, делающая признание. Сейчас она была в своей стихии. Устремленные на Мику взгляды не волновали ее, а напротив, словно придавали сил и энергии. Ее голос, усиленный микрофоном, разнесся над аллеей. «Спасибо всем, что пришли послушать! Как вы знаете, завтра предстоит большой концерт в честь закрытия смены, а сегодня мы собираемся немножко сыграть для вас в неформальной обстановке и последний раз убедиться, что никто не забыл свои ноты перед завтрашним выступлением». Среди пионеров раздались легкие смешки. «Вы готовы?» От слушателей донеслось нестройное «да». «Тогда наша первая песня. Ее нам нашел новый басист, Семен. Несмотря на все наши уговоры, угрозы и пытку щекоткой, он так и не сказал, где взял эту запись. А называется она «Уходит детство». Да, по-моему, они его и не пытали-то особенно на этот счет. Ульяна несколько раз ударила палочкой о палочку, а затем... Что было затем, я особо и не помню. То есть послушать нам не дадут. Все мое внимание было настолько сосредоточено на том, чтобы не сбиться с ритма и не перепутать лады, что даже бояться времени не было. Ноги предательски подрагивали, но руки слушались как надо. Конечно, пару раз я все-таки спутал ноты, но не настолько, чтобы это стало заметным. Главное продолжать играть в таких случаях. Тогда никто и не поймет, что ты налажал. Ну, или поймут, но не факт, что все. Тем временем Мику одновременно играла и пела песню, которой в этом времени еще нет и быть не могло. Это та самая песня, что ли? «Куда уходит детство? Куда ушло оно?» Та-та-да-ра-та-та-рам. Или не та песня? «Помнишь, как письма с тобой писали Алисе Селезневой?» Понятно, значит, не та песня. Ну, простите, пожалуйста. «И заколоченный дом искали, прогуливая школу. С тех пор не встречала ни разу я девочку с такими глазами». А, кажется, нам этот текст уже показывали. Где-то в первых сериях, когда они еще утверждали репертуар. «Где она сейчас, в прошлом или будущем, между какими мирами? Нас приключения ждут впереди. Пройдут года, но мы не забудем песни, сделавшие нас людьми. Мы снова подарим их людям». Когда музыка стихла, раздались аплодисменты. Конечно, ни цветов, ни нижнего белья на сцену веранду не прилетело, но это ж пионерский лагерь, что ты хочешь. Но слушателям явно понравилось. Я коснулся медиатора на груди и улыбнулся. Кажется, работает. Или это результат постоянных занятий. Во всяком случае, начало положено. И неплохое начало. Мику перевела дух, подождала, пока стихнут нестройные аплодисменты, и снова заговорила. «Мы очень рады, что вам понравилось. Следующую песню исполнит наш гость из Германской Демократической Республики, Клаус. Поддержите его!» Клаус смущенно встал, вышел к нам и кивнул слушателям. «Я раньше никогда не выступал перед публикой, так что...» Алиса негромко проворчала. «Хорош скромничать, играй уже!» Гитара Клауса уже была подключена и стояла в стойке. Он достал инструмент, быстро опустил штангу микрофона, присел на ступеньки и устроил гитару на коленях. Когда он заиграл, я понял, что это не что-то там, а Wind of Change. Scorpions! Ветер перемен. Почему-то я думал, что эта песня была написана где-то в 90-х. На кассетах ее точно не было. Мне кажется, ну и судя по всему, она, наверное, из 80-х. Где-нибудь того периода. Хотя я тоже точно не знаю. Алиса отошла в сторону и смотрела на немца с непонятным выражением на лице. Снова, как в кружке, к гитаре добавились ударные. А затем и Мику присоединилась со второй партии. Я бы очень хотел включиться в игру, но, как и тогда в клубе, понимал, что здесь мне нечего ловить.
Я ожидал, что Клаус сейчас запоет, но он только покачивал головой в такт музыке и молча играл. Listening to the wind of change. Немножко так. Даже без слов мелодия была очень приятной. От нечего делать я разглядывал лица стоящих пионеров. На них была сложная гамма чувств, но, кажется, всем очень нравилось. Когда музыка затихла, аплодисменты были куда громче, чем в первый раз. Алиса только что зубами не скрипнула, но смолчала. Конечно, я не ревновал к чужому успеху, но понимал ее чувства. Когда ты уверен, что делаешь что-то хорошо, а тебе вот так мимоходом показывают, что это так, ерунда, это бесит. Не сорвалась бы рыжая. Хватит мне на сегодня буйных пионеров. Отыграв, Клаус вернул гитару в стойку, а сам вернулся к зрителям. Мику снова вышла вперед, подождала, пока пионеры угомонятся, и бодро заявила в микрофон. «Здорово, правда? Следующая мелодия тоже без слов, но, думаю, они не потребуются. Я не знаю ее автора, но хочу, чтобы вы тоже услышали ее. А называется она «Обещание».» Я улыбнулся. Есть какая-то ирония в том, что мы будем исполнять. Я никогда не уставал слушать эту мелодию. Долго не мог узнать, кто же автор, пока не выяснилось, что это музыка в игре, к игре, где герой попадает в странное место, заселенное странными существами. Конечно, этот лагерь не Silent Hill, вместо монстров населен миловидными пионерками, но параллели все-таки прослеживались. Это типа что, если это Silent Hill, то мелодия Акиры Ямаоки? Вроде же он писал музыку к игре. Но тут я тоже не знаток, абсолютно. Я настолько увлекся размышлениями, что чуть не пропустил начало своей партии. Секундная паника, когда вдруг показалось, что я все забыл, тут же сменилась уверенностью. Алиса прожгла меня негодующим взглядом, но промолчала. Я улыбался. Когда-то я пытался разучить эту песню на гитаре, но дальше первых тактов не ушел. Сейчас я сыграю ее, пусть и не так, как планировал. Это воодушевляло. Смешное достижение, конечно, но все-таки... Аплодисменты были пожиже, чем в прошлые разы. Что поделать? Смешно было бы ожидать, что у пионеров из 80-х будут те же музыкальные вкусы, что и у меня. Главное, девочкам понравилось. Осталась всего одна мелодия. Конечно, Клаус очаровал всех своей игрой, но теперь наш ветер перемен при всей своей душевности уже не выглядел чем-то особенным. Обычная проходная песня из детского фильма. Мы отыграли ее хорошо, но ожидаемого всплеска эмоций она уже не вызывала. Вежливые дежурные аплодисменты. Ничего, в конце концов, это всего лишь репетиция. Мику улыбнулась слушателям и бодро поинтересовалась. Вам понравилось? Да! Тогда ждем вас на концерте. Вы ведь придете? Да! Тогда мы будем очень рады видеть вас завтра. А на сегодня все. Можно подумать, у них будет выбор. Я улыбнулся этой мысли и снова залюбовался Мику. Она настолько легко и естественно общалась с публикой, что это казалось чудом. Наверное, именно это ее беззаботная общительность и очаровала меня, когда я впервые увидел ее. Ну что ж, можно сказать, что на репетиции никто не опозорился, все прошло успешно. Я думаю, нас сейчас похвалят. Да, Оля Дмитриевна? Большинство пионеров разошлось, а вожатый и Антон Иванович с приезжими подошли к нам. Это было неплохо. Если продолжите играть... Алиса все еще была не в духе, так что огрызнулась. «Можно подумать, вы лучше можете!» «Алиса!» Бородач не обиделся. «Ну, где уж мне?» То ли Алиса не хотела портить отношения с гостями, то ли тон вожатый на нее подействовал, но рыжая тихо проговорила. «Извините, пожалуйста, я немного нервничаю». «У нее что, жар? Она сама извинилась?» «Хотя чего я удивляюсь? Вот она причина!» Стоит, улыбается и приглаживает рыжую шевелюру. Получив момент, я отошел к вожатой. «Ольга Дмитриевна, вы же пошутили насчет уборки в клубе?» «Ни чуточки. Завтра приедут посторонние люди, а тут у самого главного входа такое творится. Стекло битое, куски самолетов, посреди дороги лежит дефицитный отсыл. Короче, вон та штука с экранчиком». Все нужно убрать и привести в порядок. Но девчонкам надо помочь с аппаратурой. Я думаю, после вашего выступления мы найдем добровольцев. А твоя задача – устранить следы попойки в рекордные сроки. Что за уборка?
Куда хочет сбежать наша Бассота? Да так, там чуть-чуть стекла побили в клубе. Надо осколки собрать и еще кое-чего по мелочи. Вы чем там занимались? Шурик так буянил? Подожди, Семен же вроде тебе рассказал. Ну, тебе, Ульяне и Мику. Вожатая оглянулась, не видят ли гости, и с нажимом проговорила. Ничем. Никто ничем не занимался. Просто разбилось окно. Поняла? Поняла. Ну, раз так, мы сами. Эй, мелкие! А ну сюда! Работка есть! Не успевшие отойти далеко, младшие пионеры повернулись и прибежали назад, с восхищением глядя на Алису. Так и у нее есть свой фан-клуб. Берете вот это и это, а потом аккуратно, подчеркиваю, аккуратно несете в клуб. За каждую царапину на аппаратуре дам в глаз. Алиса! В смысле, берегите имущество лагеря, как если бы от этого зависела ваша жизнь и здоровье. В каком-то смысле так оно и есть. Алиса! Ну что? Ничего. Ольга махнула рукой, вот и поговорили. Не обижай младших. Я для их пользы. Посмотрите, разве они обижаются? Пионеры хором ответили «нет». Давайте я помогу. Мне все равно заняться нечем. Нет, нельзя, вы же гости. Алиса просияла и кивнула так энергично, что ее заколки на хвостиках чуть не расстегнулись. Да, можно, можно. Оставайтесь, конечно. Друг, а ты с нами? Да, Ульяна моя сумка носила? Носила, моя помогай. Ну, тогда мы с Антоном Ивановичем еще раз обсудим сценарий праздника. А Семен, Ульяна и Трук идут в мастерскую и наводят там порядок. А ужин? Не волнуйтесь, голодными не оставим. Закончите и идите ужинать. И да, Сыроежкина не будет, он за Шуриком будет присматривать. Изумительно, там уборки куча, до ночи не управимся. Что-то не так? Ольга Дмитриевна, вы вообще слышали про такую штуку? Справедливость называется. Да, что-то такое припоминаю. Но смутно. Меньше врать надо. Но... Дискуссия закончена. Вот и делай после этого добрые дела. Ну, говорят же, не хочешь себе зла, не делай людям добра. Все логично. Сеня, давай я помогу. Вместе быстрее закончим. Нет-нет, ты мне будешь нужна. И потом, после ужина у меня для тебя есть маленькое поручение. Она увлекла ее за собой, что-то рассказывая. Да что тут вообще происходит-то? Что, Сень, работы накидали, любимую увели. Кажется, сегодня не твой день. Ну, пойдем уберемся немножко. А эти пускай тяжести носят. Ты не понимаешь свои выгоды. Ну, правда, для баланса нужны иногда такие вот неприятные деньки, когда все идет не так, как ты хочешь. Я с Мику хотел побыть. Ой, намилуйтесь еще. Это мы с Шуриком в разные места разъедемся. Они с Сыроежкиным ведь не в райцентре живут. Она шмыгнула носом, потом улыбнулась. Он, когда мы с Сыроежкиным его на кровать укладывали, всю Виолу звал. Ничего, я упрямая. Уля, упрямая, она все сможет. Аня все сможет. Ух ты, мой подхалимка соглазенький. The best комплимент от Ульяны. Ульяна улыбнулась и погладила вьетнамца по голове. Тот непонимающе переводил свои узкие глазенки с меня на Ульяну и обратно. Идемте уже. Я хочу закончить все до ужина и поесть в столовой. Надоело грызть бутерброды, где попало, на бегу. Я бы, кстати, тоже не отказалась пообедать поскорее. Так что давайте в темпе вальса. Двигаемся, двигаемся. А ты не командуй, а то я вместо тебя Трука братиком назначу. Семен, брат Ульяна? Нет. Да. Не понимать. И не пытайся. Как голова? Не болит? Нет, папочка, все хорошо. Слушай, не ерничай, я правда беспокоюсь. Не волнуйся. Она подумала, затем неожиданно прижалась щекой к моему плечу. О, ребенок ты мой хороший. Я вздрогнул и посмотрел на нее. Спасибо, что волнуешься. И вообще... Она понизила голос. Знаешь, ты иногда тормоз, но я правда хотела бы такого братика, как ты. Наверное, я тоже. Такого братика, как я, хотел бы себе. Хотел бы, чтобы я была твоей сестрой? Момент был слишком удачный, чтобы его упускать.
Еще чего. Хотел бы иметь такого брата, как я. Вот, мы с Семеном на одной волне. Я его уже отлично понимаю. Я погладил ее по волосам, потом увидел, как она замахивается. Эй, я же пошутил. Лохматая зараза! Ульяна отвесила мне легкий подзатыльник. Вы чего? Вьетнамец с удивлением смотрел на нас. Не бей пионера в голова, он же глупая будет. Глупая? Ха! А сейчас она у него какая? Да ты не обращай внимания. Это у нас дружба такая, крепкая, пионерская. Так друзья делают. Сейчас труп поймет это превратно и влепит Ульяне подзатыльник. Понять. Я ж сказала. Принял ее слова слишком быстро к действию. Ты, я надеюсь, после такого станешь следить за тем, что говоришь. Вьетнамец довольно кивнул и дал подзатыльник Ульяне. До моей головы он не достал, так что хлопнул по шее. Теперь мы друг? Друг. Мы засмеялись. Друг немного подумал, а затем присоединился к нам. Только не говори, что тебе понравился такой подзатыльничек, тем более по твоей больной головушке. Ну, Ульяна, это Ульяна. Что тут скажешь? Возле ворот было малолюдно. Большинство пионеров сидели по домикам или резвились в спортгородке. Так что наше уединение никто не нарушал. Те немногие, кому взбредала в голову идея прогуляться к воротам или посетить один из кружков, могли наблюдать, как, согнувшись в три погибели, мы достаем из травы осколки стекла и собираем разбросанное вокруг клуба имущество. Внутри царила еще большая разруха, но совместными усилиями мы постепенно вернули клубному помещению прежний вид. Кое-какие модели планеров восстановлению уже не подлежали, но робот, спасенный Ульянкой, не пострадал. Когда мы присели передохнуть, друг ухватил один из самолетов и ушел с ним в угол, издавая жужжащие звуки. Видимо, подражал звуку двигателя. А некоторые тут меня упрекают, что я легкомысленно себя веду. Посмотри на него. Ты? Легкомысленно? Да кто же мог такое сказать? Ты? Забыл уже? Вообще-то и правда не помню. Да и когда еще и вести себя по-детски, как не в детстве? Эй, я всего на 2 года младше вас. Джульетта в моем возрасте уже замуж готовилась. Мне все равно кажется, что хоть по внешности, хоть по поведению она, ну, максимум на 13 выглядит, ну, не больше. Так что не надо тут про детей. Дедуля нашелся. А, ну хотя правильно, Джульетте как раз лет 13 было, когда она с Ромео того. Знала бы она, сколько мне на самом деле. Дедуля не дедуля, а племянница такого возраста у меня могла бы быть. А может и знает? Сегодняшний день полон сюрпризов. Вдруг на самом деле она 50-летняя дамочка, севшая в автобус где-нибудь в другом мире. Хотя нет, так искренне притворяться невозможно. Наверняка она так им выглядит. Работы оставалось еще порядком, когда раздался сигнал на ужин. Ой, лопать уже пора. А еще полы подмести и помыть, а то Ольга Дмитриевна ругаться будет. Эх, голодные останемся. Вот засада. 2 недели назад я бы злорадно заметил. Работать, негры, солнце еще высоко. Но сейчас... Не останетесь. Бери трука и идуйте на ужин. Еще чего? Пионеры своих не бросают. Давай-давай. Иностранца голодом морить не положено. Кормить голодом, да. Если не успею закончить, принесешь мне порцию сюда. У тебя уже опыт есть в кормлении басистов. Договорились? Она притворилась сердитой, но в голубых глазах прыгали веселые искорки. Сенька, а ты вообще нюх не потерял? Я тебе в официантке не нанималась. Ну ладно, раз уж ты остаешься, то добуду тебе чего-нибудь вкусненького. Только конфеты не воруй. Обижаешь? Мне и так дадут. Договорились. Друг, бросай самолет, идите ужинать. Хороший пляйнер, я потом отдам. Да забирай, будем считать, его Шурик сломал. Любишь самолеты? Я хочу летчик. Ну, самолет водить, когда школу окончу. Тем более, забирай. Можно? Конечно. Маленький вьетнамец просиял и бережно прижал модель к себе. На память про друг. Идем уже. Семен благородно, конечно, поступил, молодец. Я проводил взглядом их спины и вернулся к венику и совку. Хотелось немного побыть одному. Слишком много событий, слишком много впечатлений, слишком много всего. Господи, да, я согласна.
События вчерашней ночи с Мику, завтрашний концерт. Черт, да о чем я думаю вообще? Какой концерт? Дел важнее нет, что ли? Получалось, что нет. А о чем ему еще думать, интересно? Наконец, последняя отвертка была найдена и убрана. Осколки звонко сыпались в ведро. Кажется, все. Нет, вон еще один. Сейчас я его достану. Я встал на четвереньки и полез под верстак. Как только мои пальцы коснулись стекла, кто-то положил мне руки пониже спины и не сильно сжал. От неожиданности я дернулся и ударился головой о перекладину. Сверху донеслось насмешливое. «Вот, значит, как я тогда выглядела. Ты не ушибся?» «А он что, типа, стоял сейчас в той же позе, что и Мику, когда искала под роялем чего-то там?» Еще секунда, и Мику опустилась рядом со мной, встав на колени. Наши лица оказались совсем рядом, руки соприкоснулись, и все остальное уже не имело значения. Во всяком случае, сейчас. «Нет, нормально. И ты выглядела куда соблазнительнее. А что ты здесь делаешь?» «Ужин тебе принесла. Жду-жду, а тебя нет и нет. А потом Ульяна подошла, дала поднос и сказала, что здесь мой любимый страдает от голода. Беги, говорит, а то у него голодный обморок будет. Я и побежала, даже компот не допила. Вкусный!» «А ты ждал кого-то другого?» На секунду я заподозрил, что это коварная женская уловка, но Мику смотрела на меня так искренне, что я отмел эту мысль. Наверное, сейчас совсем не время и не место объяснять ей, что я боялся увидеть второго себя. Я надеюсь, второй Семен больше не придет. Не хотелось бы. Мы вылезли из-под верстака и сели рядом, прямо на полу. Я взял Мику за руку и улыбнулся. «Конечно нет. Просто не ожидал, что ты придешь. Вожатая ведь говорила, что у нее с тобой какие-то дела». Мику беззаботно махнула рукой. «А ну их! Все уже решено, расписано и подготовлено. Я им не нужна. Если совсем-совсем честно, я, кажется, их заговорила. Ольга Дмитриевна устала на меня посмотрела и сказала идти отдыхать. Мне кажется, неправильно, что тебя одного заставили убирать, так что лучше я тебе помогу. Только я не помогаю, а сижу и болтаю, а у тебя еда остывает». «Ты уже помогаешь. Я тут волновался, как завтра все пройдет. Но как только ты пришла, страхи, тревоги, ничего не осталось». «Я так рада это слышать. Но я имела в виду с уборкой. Может, давай пол я помою?» «Не надо, спасибо. Сейчас тряпкой пыли размажу и готово. Не пачкай руки». «Мальчишки, тебя ведь просили пол помыть, а не грязь размазать. Вот не пойду за тебя». «Я еще и носки разбрасываю. Мне нужно, чтобы на меня кто-нибудь положительно влиял. Кто-нибудь вроде тебя». Она тихо засмеялась в ответ. Мику оглядела разбитые окна, обломки моделей, трещину в мониторе на столе. «Ужас! Если бы знала, что здесь такое! А если бы Шурик тебя поранил?» «Вряд ли. Он просто переживал из-за Виолы. Вряд ли. Из-за него у Ульянки вон кровь на лбу». «Я понимаю, но все равно. Если с тобой что-то случится...» «Ты за меня беспокоишься? Это так приятно!» «Да я вообще-то переживаю, кто играть будет!» «Надо тебе меньше с Алисой общаться. У тебя шутки уже в ее стиле». «Может, это она у меня научилась?» «Может быть. Я еще так много о тебе не знаю». Мика улыбнулась мне, потом стала серьезной. Насколько это вообще возможно для нее? «У нас впереди много времени, чтобы познакомиться лучше. Знаешь, я все еще чувствую, что ты мне чего-то не говоришь. Чего-то важного. Глупо, да?» «Я... Может, как раз настал тот момент?» Я открыл было рот, чтобы начать рассказ, но она прижала палец к моим губам. «Подожди, не перебивай. Если не говоришь, значит, на то есть причины. Просто не обманывай меня. Это все, что я прошу. Обещаешь?» «Ну, ты же сама сказала ему не говорить. Если он не скажет, то получается, что он тебя обманет». «Как бы». «Эх». Она очень серьезно посмотрела на меня. «Обещаю». Мику моментально утратила серьезность, улыбнулась и добавила. «И вообще, с тайной интереснее». «Только не с такой тайной, как у Семена». «Конечно, я уже обещал ей это тогда в мусклубе, но где раз, там и два». Помыв руки из трехлитровой банки с водой, стоящей в уголке, я присел и принялся за ужин. Мику виновато посмотрела на меня. «Извини, я компот выпила. Очень пить хотелось. Ты не обидишься?» «Очень обижусь. Дай хоть на вкус попробую». «Как?»
Вот так. Я привстала и поцеловала ее. Что? Коснувшись губ языком. Мда. Он был вишневый? Да, ешь уже. Одни глупости в голове. Она притворно нахмурилась. Я послушно сел доедать, а Мику облокотилась на стол и наблюдала за мной. Совсем как тогда, да? Помню, помню. Я лопал как не в себя, а ты сидела и смотрела, как я ем. И улыбалась. Это было так романтично. Мику наклонилась и убрала тарелки в ящик стола. В смысле тарелки в ящик стола? Их же надо в столовую отнести, чтобы помыть и все такое. Я завтра заберу. Не хочу идти в столовую. Тогда прогуляемся? На пляже сейчас красиво. И никого нет. Пойдем. Я тебе еще не надоел за сегодня? Дурачок. Она улыбнулась и поцеловала меня. У них сейчас такой конфетно-букетный период, когда они друг другу надоесть не могут. И уши холодные. При чем здесь уши? Не знаю. Ульяна про тебя так говорит. Я думала, ты знаешь, в чем смысл. Она потрогала мое ухо. Теплое. Опять она что-то сочиняет. Холодные уши? Это к чему? Это, на самом деле, это выражение напоминает мне что-то про Феликса Сигизмундовича. Что-то там горячее сердце, холодные уши и чистые ноги. Ну, какой-то такой юморок был где-то. Клуб мы запирать не стали. Если его захотят обокрасть, залезут и в окно без стекол. Хотя, кажется, преступлением века здесь считалась кража конфет в столовой. Я, конечно, никого не обвиняю, но именно тогда у нас в клубе появился пакет со сладостями. В руке у Мику был какой-то сверток. А что это у тебя? Ничего особенного, прихватила кое-что по пути. Давай понесу. А, оно не тяжелое. Мику взяла меня под руку, и мы направились к воде. Место, где мы присели, было в стороне от пляжа. К нему вела одна узенькая тропинка, и можно было надеяться, что нам никто не помешает. Время было уже позднее, но вода нагрелась за день. Песок тоже был приятно теплым. Мику развернула свой сверток и протянула мне красное полотенце. Мое, кстати. Я зашла в ваш домик и прихватила. Хочешь, искупаемся? Я плавки не брал. Мику коснулась пальцами воротника и улыбнулась. А я? На секунду мелькнула надежда, что сейчас она неуловимым движением сбросит свою пионерскую форму. Негромко скажет, а я тоже. Почему вы не дали мне дочитать? Ну-ка, извините, но я вернусь назад. И мы без одежды войдем в теплую воду, а потом... Суп с котом. Но реальность оказалась куда прозаичнее. А я купальник надела. Я когда забирала полотенце, поискала твои плавки, но не нашла. А долго искать постеснялась. Вдруг вожатая придет и увидит, как я копаюсь в твоих вещах. Ну ничего, ведь мы можем искупаться и так. Кто нас здесь увидит? Тем более вы друг друга уже видели. И в одежде, и без одежды. Предлагаешь искупаться без ничего? Мику порозовела и шлепнула меня полотенцем. Еще чего? Я имела в виду в том, что на нас. Мику скинула с себя пионерскую форму и осталась в одном купальнике. Она оглянулась по сторонам, дразняще медленно расстегнула мой ремень, а затем вдруг стянула с меня шорты, оставив в трусах и рубашке. К счастью, сегодня на мне была одежда из моего времени, а не жуткие семейники до колен. Мику засмеялась, довольная своей шалостью. Издали очень похоже на плавки. Да и не увидит никто. Ну давай уже, пошли купаться. Ну ладно. Очередная романтическая сцена. Я переступил через шорты, сбросил рубашку, разулся и зашел в воду. Мику, боязливо пробуя воду пальцами ног, стояла на берегу. Ну, чего ты? Медиатор, сними его, а то вдруг утонет. Точно. Я аккуратно стащил талисман и протянул ей. Мику положила его на нашу одежду, а затем взвизгнула и зашла по щиколотку в воду. Наверное, сначала зашла в воду, а потом взвизгнула. От холода. Ай, холодная! А по-моему, хорошая. Ты идешь? Нет, я тут на песочке посижу. Ну, меня, значит, в воду, а сама ножки намочила и все? Не пойдет. Идем купаться. Я подобрался поближе и мягко, но настойчиво потянул ее в воду. Мику не сильно упиралась, но оглашала окрестности жалобными писками вперемешку со счастливым смехом. «Ай, мама, не тяни, холодно же!» «Тише, ну не кричи, а то придет кто-нибудь». «Но ведь холодно же!» «Тогда выходим?» «Нет, я сейчас!»
Вода чуть не доходила ей до груди, кожа покрылась пупырышками, а волосы стелились по воде. Наконец, сделав несколько шагов вперед, Мику прижалась ко мне и обхватила руками. Несмотря на холодную воду, организм отреагировал так, как и должен был. Но она этого не заметила. «Так теплее!» Потом помолчала и добавила. «Надо было волосы собрать, не подумала». «Ничего, потом помогу тебе их сушить. Мне понравилось». «Правда?» «Правда». «Тогда поплыли. Посмотрим, чему ты там меня научил». Шутница. «О, слушайте, а это ж тот самый арт из оригинального Рута Мику. Ну, когда она была не Мику, а Машей». «Помню, помню». Наплескавшись, мы выбрались на берег. Я присел на полотенце, а Мику легла просто на песке, устроив голову у меня на коленях. «Не хочу уходить домой. Почти весь день вместе с тобой. А мне?» Она мило смутилась и порозовела. «А мне все мало. Ла-ла-ла-ла. А мне все мало». «Мне тоже». «Думаешь, это и есть любовь?» «Ну, это вы просто пока не успели друг другу надоесть. Извините, что я, может быть, слишком как-то прямолинейно избиваю всю эту романтику, но ведь по сути...» «Эх, все равно рано или поздно люди друг другу надоедают. Это грустно, но это жизнь». Мику смотрела на меня и улыбалась. «Очень на это надеюсь». Она взяла меня за руку и положила себе на грудь. Я ощутил ладонью биение ее сердца и еще кое-что. Чтобы замять неловкость, я заметил. «Как стучит? Ты волнуешься?» «Немного. Я вспоминаю, что случилось ночью». Ее щеки слегка порозовели, а рука чуть сдвинула мою ладонь влево, так что я перестал чувствовать ее пульс, ощутив взамен кое-что куда более приятное и интересное. «Но ты же сказала, что была у Виолы, и она тебе сказала пару дней потерпеть». Мику только вздохнула, прикрыла глаза и расслабилась. «Хочется повторить, но до отъезда нельзя». «Ничего, значит, вернемся в город, и тогда...» Я подмигнул ей. Мику улыбнулась мне и снова прикрыла глаза. «Здорово здесь, хоть на пляж сходили вместе, только ты и я». «Это точно, а то вечно нам что-то мешало. Досиделся, пока смена закончилась». Мику погладила меня по руке. «Ничего, лето еще только началось. У нас в городе тоже есть речка. Еще успеем и на пляж сходить, и город посмотреть. Хотя там и смотреть особо нечего. Он маленький и не очень интересный. А может, возьмем рыжих и сходим в кино? По-настоящему. Чтоб темно, задний ряд, места для поцелуев. Фильм какой-нибудь интересный. Детям до 16. Она хихикнула. «Нас пустят, а Ульянку нет. Она будет злиться и ругаться. А потом что-нибудь придумает». «Думаешь, они нам позволят целоваться? А мы им билеты на другой ряд подсунем». Конечно, она улыбалась. В эту минуту я был искренне уверен, что все будет так, как она хочет. Что я останусь здесь, после приезда мы пойдем в этот их кинотеатр на какой-нибудь советский фильм и непременно в компании рыжих хулиганок, которые наверняка будут шуршать конфетами и хихикать на весь зал. А мы будем старательно притворяться, что совсем с ними не знакомы. В детстве у меня этого не было. Или было, но я не помню. Ведь были какие-то друзья. «О чем ты задумался?» «Да вот... в кино хочу. С тобой. И с рыжими». «Ждать недолго. Потерпи еще пару дней. Как приедем, сразу меня пригласишь». Понаблюдав за тем, как солнце село за горизонт, мы стали собираться. Мику, как и положено девушке, возилась куда дольше меня. Я наклонился, взял в горсть немножко песка, пропустил между пальцами, и легкий ветерок тут же подхватил песчаные струйки, не давая им коснуться земли. Всего пара дней, как летит время. «Ой, не говори, я сама удивляюсь, куда же делись эти 3 недели? Вроде бы только приехали, и все уже, скоро домой». «Если мы не замечаем, как бежит время, значит, мы здесь счастливы, правильно?» «Получается так». Мы обнялись и постояли немного, любуясь большой луной, взошедшей над горизонтом. Если бы еще мой плеер не стянули, там наверняка нашлось бы что-нибудь подходящее моменту, но и так льющаяся из репродукторов мелодия без слов приятно дополняла картину. «Пойдем, я провожу тебя домой». «Не хочу тебя отпускать, ни на минуту». «Я тоже. Но представь себе, приводишь ты меня в домик и говоришь: Лена, знакомься, это...
В общем, это теперь будет жить у нас. Мы представили себе эту картину и засмеялись. Лена не будет против. Ты ей нравишься. Мику помолчала, затем добавила. Только как-то странно. Знаешь, она о тебе говорит как... Ну, не знаю. Как о младшем брате. О младшем брате? Интересненько. Скажите, пожалуйста, сколько у меня сегодня сестер завелось? А кто еще? Да так, Ульяна назначила временно исполняющим обязанности старшего брата. А как называется сестра жениха по-русски? Свояченица? Сноха? Кузина? Заловка. Нет, кузина — это двоюродная сестра, да и не по-русски совсем. Кто же она мне тогда будет? Я честно попытался помочь ей вспомнить, но жениха у меня никогда не было. Жениха с сестрой тем более, так что из этого ничего не вышло. Ну, заловка. Но это сестра мужа, в принципе. Завтра спросим у Жени. Она точно знает все на свете. Мы выбрали самую длинную дорогу и шли по ней не торопясь, но все равно пришли слишком быстро. «Извини, волосы я просушу сама. Лена, наверное, уже отдыхает, не будем ей мешать». «Жалко, мне правда очень понравилось их расчесывать». «Ничего, я давно хочу их подстричь». «Правильно!» «Можно хоть немножечко, а то, блин, до земли». «Хочешь, потом отдам тебе. Сделаешь себе парик и будешь расчесывать хоть каждый день». «Но-но, ты так не шути. Такую красоту нельзя стричь». «Попробуешь их зимой в шапку убрать или высушить, и сразу поймешь». «Нет, не делай такое грустное лицо, я не могу на это смотреть. Раз они тебе так нравятся, я потерплю». «Вот не надо терпеть ради кого-то другого, пожалуйста. Вот если хочешь их стричь, то стриги и не думай ни о ком больше. Ради Семена она еще будет что-то там терпеть». «Спасибо, милая». «Пожалуйста». «Наверное, доброй ночи?» «Спокойной ночи». «Если все-таки пойдешь репетировать, то не сиди долго и пальцы не перетруди. Хорошо?» «Да я чуть-чуть, просто чтобы не волноваться». Еще и репетировать намылился, ишь какой. Расцеловав Мику на прощание, я пожелал им с Леной доброй ночи и отправился к себе. Дом, милый дом. Сигнал к отбою прозвучал как раз, когда я подошел к нашему домику. Ольга уже сидела на кровати с мечтательным выражением на лице. «Ага, явился, не запылился. Как погуляли?» «Отлично». «А в клубе порядок навели?» «Да, согласно приказу. Чистота, как в операционной». «Молодец, бери яблоко». «А Ульяну ты зря отослал. Это же был воспитательный момент». «Она выглядела такой несчастной, я не выдержал». «Ничего, главное, что дело сделали». «А вы как?» Ольга вздохнула и покачала головой. «Один день до концерта. Сам угадай, как я. Голова гудит, спать хочу, а завтра придется бегать, проверять, все ли в порядке. Это у вас отдых, а у меня работа». «Я понимаю». «А если понимаешь, будь хорошим пионером. Не бегай сегодня ночью туда-сюда. Дай усталой вожатой поспать, ладно?» «Я постараюсь». «А если ты плохо постараешься, знаешь, что я с тобой сделаю?» «Отшлепаете?» Я постарался изобразить в голосе надежду и ожидание. «Вот уж не думала, что тебе такое нравится. Но не дождешься. Я тебе изолентой к кровати примотаю, понял? И в туалет придется идти вместе с ней. С кроватью». «Злой вы человек, Ольга Дмитриевна». «Я не злая. Я спать хочу». «Тогда ложимся спать пораньше?» «Отличная мысль. Не забудь развесить полотенце, чтобы подсохло. Вы же на пляж ходили?» «А вы откуда знаете?» «А мы с Антоном Ивановичем тоже гуляли. Смотрю, лежит наш пионер, да подруге массаж грудной клетки делает. Развратник эдакий». Я Антона за руку схватила и быстро увела. «Это у вас что, свидание было?» «Много вопросов задаешь». «Нет, просто гуляли». «Вы его пионеров расхватали, и мы поговорить не с кем было. Какое там свидание?» «Он вроде бы ничего, приятный». «Семен, ты думаешь, я с тобой буду обсуждать мужиков? Да кто тебя знает?» Вожатая насмешливо смотрела на меня. «Не думаю. Я так, для поддержания разговора». «Ложись и спи». «Мне бы переодеться». «Я к стенке отвернусь. На улицу уже не пойду». Стянув одежду, я забрался под одеяло, сменил сырые трусы на сухую пару и вздохнул.
День выдался такой долгий. Если учесть, что проснулся я около 5, не мудрено, что глаза уже слипались. Ну что ж, оно закончилось? Нет, оно не закончилось. Теперь ему будут кошмары сниться. Семен, я не ожидала от тебя такого. Сенька, извращенец! Не брат ты мне, басота лохматая! Сенечка, милый, почему ты голый? Мы же тебе пошили такой замечательный костюм. Мало того, что ноты забыл, так еще и хоботом размахивает. Иди сюда, скотина! Гитара уже не нужна, я сломаю ее об твою пустую голову. О, автобус внезапно. Ух ты, какое платье у Ульяны! Ой, Дмитриевна, а можно я его накажу? Больно! Какой-то БДСМ, ты что? Что? Женя! Это было сейчас капец, как неожиданно. Я как раз нашла томик маркиза де Сада и хочу опробовать кое-что из прочитанного. Нет, мы сделаем хуже. Все, это была последняя капля. Убирайся в свое время, нудист несчастный. Жестоко. Вон там, заходи. Ой, бубенчики, мрмяу, игрушечка. Катастрофа. Нет. Нет! Я заорал так, что разбудил сам себя. К счастью, Ольга так устала, что даже мой вопль не смог вырвать ее из объятий Морфея. Ну и сон. Это все из-за концерта. Нервы, нервы. А лучшее средство от волнения у нас какое? Конечно, репетировать. Я думала, ты спать ляжешь, и этот день уже закончится наконец-то. Ну, пощадите меня. Горло болит, устала читать уже. Убедившись, что Ольга спит, я натянул шорты и футболку, а затем, крадучись, вышел из домика. Дорога до клуба прошла без приключений. Меня не били по голове, не похищали, и даже дежурный вожатый не встретился и не наградил меня нарядом на картошку. Я прикрыл двери, свет зажигать не стал, а включил настольную лампу и опустил ее на пол, чтобы не привлекать внимания дежурных. Небольшой круг света выхватил из темноты тетрадку с табулатурами. У меня дежавю. Только здесь сейчас, к сожалению, не будет Виолы с Шуриком. Я был уверен, что помню все и так, но решил прогнать каждую песню по 2-3 раза. Просто для успокоения нервов. Ритм-бокс размеренно выстукивал такт 4 четверти, а я играл свою партию. Конечно, сегодня вышло неплохо, но я все еще помнил то противное чувство, когда забыл, что играть, и чуть не сбился. На концерте все должно быть идеально. Зрители могут и не заметить, если я ошибусь, но девчонки обязательно услышат. Дверь негромко скрипнула, и в нее скользнула небольшая черная тень. Она подошла ко мне и потерлась о ноги. Пират вернулся. Я обрадованно отложил инструмент и ухватил посетителя в охапку. Тот заурчал и принялся тереться о мою щеку. «Пират! Ах ты, зараза! Где ты пропадал? Я уже собирался идти тебя искать!» Кот боднул меня в подбородок и громко замурлыкал. На шее у него все еще был надет собачий ошейник с карабином. Пират вертелся и извивался, но я нащупал застежку и расстегнул ее. Поводка не было. Наверное, он остался где-то в тоннелях. Кот ищейка, но кто еще мог додуматься? Что, морда, соскучился? Тебя хоть покормили? От дверей донесся знакомый голос. Накормили, не беспокойся. Я войду? Я не сразу понял, где уже слышал его, но... Да, заходи. А кто там? А, я думала, это Юля пришла. А это пионер. Так, знаете-ка что, ребята, давайте тогда на этом моменте мы серию прервем, потому что, я так понимаю, день заканчиваться еще не собирается. И побеседуем с нашим вторым я уже в следующей серии. А пока что пойдем отдыхать и переваривать происходящее. Хотя эта серия была более-менее такая легкая. Порепетировали. С Мику на пляж сходили, погуляли. В общем-то, ничего особенного. Ладно, надеемся, что разговор с этим пионером пройдет, ну, лучше, чем это было в прошлый раз. Что ж, всем большое спасибо, что смотрели эту серию. Буду ждать ваших комментариев. Скоро увидимся.